На заседании было отмечено, что Рязанская область является регионом с низким инвестиционным климатом, в котором существуют бюрократические преграды для развития малого и среднего бизнеса. Обеспечивая защиту прав предпринимателей, прокуратура вместе с тем важное значение придает реализации принципа ответственности бизнеса перед обществом и государством. Особое внимание прокуратура области уделила проблемам в правовом регулировании малого и среднего бизнеса. Региональное правительство ведет активную работу по взаимодействию с прокуратурой Рязанской области по вопросам регулирования субсидий с федерального бюджета для развития малого и среднего предпринимательства. По мерам реагирования прокуроров Клепиковского, Рыбновского ряда и районов приведены в соответствии с федеральным законодательством программы, соответствующие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах. В отдельных случаях средства, выделенные на поддержку предпринимательства, используются на иные цели. Нарушался порядок их использования. Правительство Рязанской области совместно с прокуратурой делает все возможное, чтобы предотвратить ущемление прав малого и среднего предпринимательства и оптимизировать работу бюрократического механизма.